И делаешь через спину с колен. В левую сторону. В сторону левую этот. Правой руки. Покажи. Не-не-не-не-не-не-не. Хороший прям. Сюда. Да, с колен. Аккуратно, спокойно. Эй! Смотрите туда. Во! Еще раз. Еще раз, просто то. Пожалуйста. Смотри. Оп. Почему руками писать? Все встал. Так. Так. Вот. Вот так. Первый номер 10, потом второй 10. Хорошо. Пошел, Пастухов. 10 раз. Нет. А, ты сейчас что делаешь? Я. Давай, 10 раз. Давай. Оп. Коснулся руками, плохо. Буду наказывать, еще вернее. Все, 4. Давай, работай! Давай, Пастухов, вставай! Пошли! Пошли! 3! 4! Бросок, Георгий! 5 6 7 Делаем 8 9 Последний бросок. 10, накажу за руку. Меняемся, второй номер. Джина. Раз. Волка. 2. 5 волка. Я могу делать. 3. Куда? Куда бросаешь? В другую сторону. 4. Неправильно. 5. Георгий. Что он делает? Берешь одной рукой и в эту сторону бросаешь. И потом бросаешь. Туда с нажимом, чтобы он бросал. Туда. 6. Нет, одной рукой. Нет, посмотри, как он делает. Давай. Нет, не в эту сторону, в другую. Ой, я сериал пошел пойти. Нет, не за. Да. 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 7. Пошел, пошел. 8. Голову не вниз, а приседай, Пастухов убью, 9. Чем меня не убью? Плохо. 10. Плохо, заваливаешься на какое на правое колено, а должен стоять на левое. Не делай с коленей. Еще по 10 раз приготовлю. Я с коленей делаю. Не знаю. В левую сторону. Еще раз. Я с колен вообще не делаю. Еще раз. Да. А что ты делаешь? Объясни мне. Переходим по детскую зацепку. Еще раз. Да, ты показываешь или ты делаешь? Делаю переднюю потечку. Не вижу. На соревнованиях не вижу, Артем. Так, приготовился. Первый номер 8 раз. Готов. Стоп. Кто делает? Я. Хорошо. Раз. Раз. Еще раз, смотри, если ты смотришь вниз и наклоняешься, он не летит на япон базаре, он падает на бал, на плечо ломает себя. Поэтому не вниз, а за себя смотри, туда поворачивай. Давай, 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 давай. Приготовились. 2. Приготовились. Давай, вставай, вставай. 3. Как ты падаешь, мэй? Во-первых, руки у тебя вот здесь. Рукой одной держись, он тебя держит, ты держись.
4. Ну и кувырок делай, 5. Сам делай кувырок немножко. Давай, давай. 6. 7. Влад, ты падаешь тяжело. Я? Шейбали. А я красиво делаю? Сейчас. Шейбали. Посмотри на меня, чтобы она тебе не терла. Это рукой держишь, это здесь держи, и все, она не будет тебе тереть. Так? Как? Да, да. А пошли, 8. А я красиво делаю? Георгий, что за бросок? Некрасиво. Куда я сейчас упал? Покажи колено. На какое колено ты должен опираться? Покажи. Левое. Вот. Что вот? Колено убери. Вот это, на это колено ты должен опираться, ты на другое заваливаешь. Думай! Плохо, поменяюсь. Георгий, ты что, не чувствуешь, что ты что-то не то делаешь? Пошли, второй номер! Все то. Пожалуйста, раз. Приготовились. Два. Приготовились. Три. Вот. Вот сейчас получится. Приготовились. Четыре. Но пока лучше бы тука, пока никто не сделал. Можно в другую сторону? Пять. Так и он делает хуже. Голову не вне за себя. Шесть. Семь. Восемь. Хорошо, встали. 2 минуты. Дзюдо, как вольная борьба. То есть не вольная борьба. Нет, не грэпплинг. Как рамка, или все равно, что угодно. Ну, как бы вольная, я имею в виду не сама вольная борьба, в ноги, это дзюдо, но просто аккуратненько, спокойненько борьба. Рамка? Рандери, это вы, понимаете в прямом смысле, что вы играться начинаете. И начинаете играться. Хихикаете друг другу, там попку чешете. Так не делаешь. Носу ковыряете. Разговариваете там. Да? Дочитесь там. Готовы? Я ваковая. 2 минуты. То есть, хаджеры. Классический взять захват левосторонний, выпрямиться, чтобы поближе. А ты сгибаешься, тактически делаешь, это не очень хорошо. Хорошо, Пастухов. А, Борис, Борис, еще минута осталось. Сейчас. Георгий, иди сюда. Ты делаешь зацеп, убираем его. Ну, убирай его. Ты убрал, раз и все, еще раз. Вот, ты раз убираешь. Вот, теперь ставь ногу. Ставь ногу. Видишь? Оп, видишь? Еще раз. Ты руку здесь вот держишь. Там вот помните, что делать надо? Если делать на цепь, как сверху это надо, то вот так высоко воду поднимать, ты раз тебе. И другой ногой так секает. Показал подсечку этой ногой, а другой. Не сгибайся, блин. Встань прямо, блин. Ты такой здоровый. А он сгибается, потому что ты учитываешь, что ты.
Вот тут кто? Кто из кто? Да не туда, блин, вот подсок у Майка. Нет, я прошу. Что мне? Сейчас я прошу. Подсок у Майка, все, ты пошел через голову, коснулся головой, все, проиграл. А почему? Потому что надо назад бросать. Ты залез на заднюю, зачем ты вперед бросаешь? Смысл какой вперед бросать? Залез на заднюю, делай, делай, делай. Чисто надо. Мате. Артем. Да. А ну покажи мне, вот твой любимый коронный крем, это подсвечка. Покажи мне. О, какой из них? Ну, коронную. Хорошо. Что ты хлопаешь? Еще раз. Еще раз. Еще раз. Не, не больно. Не знаю. Тебе может быть. Ну, еще раз такой. Стоп. Хорошо. А перед этим что надо сделать? Вывести надо. Движение. То есть тебе надо делать движение. Что? Ну. Шаг делать. Ну. И он играет много, думает, что я залез назад. А если он мозгов нет? То он вам. Ты голову не упадет? Давай, пап. Что надо сделать, Ильич? Заднюю подножку. Ну сделай, покажи переднюю. Сделай так, чтобы он среагировал, а он стоит вообще, блин. Опять, ну, не получается. Ну? Вот у него коронный прием. Видите, он не может его сделать. Как он делает в шапке, тоже непонятно. Но коронный. Еще раз. Для того, чтобы хорошо бросить, где должна быть правая рука? Правая головка. Правая. Правая. Под мышкой. На спине. Вот здесь. Ну, пока тогда уже передний не идет. А зачем ты передний, если тебе передняя подсечка не идет? Иди сюда. А я не помню. Хочу тебе показать, что я делал. Если ты отсюда влез, да, потом упой. Вот тогда отсюда и высекаешь. Да, я не могу. Что здесь Вер? Вер ниже тебя. Не он делает, а ты не делаешь. Вот что плохо. Так. Пошли в паспорт. Сколько можно завязывать? Он падает. Иди, я тебе завяжу, не будет больше падать. Я его крепко крепко царапаю. Да? Да. Ну что такое? Нормально. Вот соревнования, когда борешься, всегда его одевают. Когда ты будешь часто перевязывать, я отдыхаю. Тоже идея. Готовы? Да. Две минуты. Джимми! Боремся. Удержание. Пошла минута. Перейти на удержание. Сделайте удержание. Перевернуть. Сделайте удержание. Здесь волоки. Смотри сюда. Да. Ну, ну. Влад, переворот. 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 Пастухов мате, буду же мате, сюда, на середину. Аджиме. Да не жди, сразу нападай на него. Что ты? Аджиме, уже полминуты прошло, блин, они кувыркаются. Давай, 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 проходи, 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 Влад. А можно что-то другое или... Еще раз. Болевые удушающие, делай все, что можешь. Саша, знаешь или не знаешь? Мате? Ушли на середину. Ну работайте, ребята, блин. Все? Что? Это тебе не это. Джиу-джитсу, где можно годами там тянуть. Хаджимы.
Красавец, вот. Я думал, что сейчас через пиво скорее все сделаю. Кто? Ты сзади начал делать дверь. Зайди назад, Георгий! Зайди назад! Отсюда, руку вытащил, души одну. Держи ногами, вытащил руку, задушить нафиг. Переходи на удержание отсюда. Яйца. Тим Бискан. Так, стоп, Мате. Еще раз, поступок ложись. Георгий, между ног. Ой, это Влад между ног. Ты пожили? Влад, я не понял. Почему ты, когда уходишь, все время удушающе получаешь? А почему? Что там такое неправильно? Рука остается одна? Я хотел вот отсюда ногу взять, он поднял. Ну, может быть, вот эту руку убрать сюда, а потом уже, это не держать от ворот или шею. А может быть здесь, может на свой пояс взяться, не знаю, там этот уже упал. Так он все равно ногу садится. Ну и что, так если здесь рука, он будет душить тебе где? А он берет потом вот эту руку. А так ты держи ее за свой пояс, возьми за свой пояс. Так же. Входи, да. О, блин, еще так лево все такое чувствует. Так. А можно? Хотим, да, будет. Нет. Сейчас кто тебе помешал, блин. Еще и убежали. Стоп, Мате, выход, да. Мате, еще раз пришли. Влад, а кто тебе сейчас помешал? Кто? Ну вот он опять перешел на удержание. Я вообще в шоке с тебя, блин. Я не знаю. Ты как мой запрос поставить? Я нужно здесь на один конца. Я там где-то, да? Я как-то. Пальца пойдем не могу. Пальца так. Да есть он. Что? Там вот так будет. И потом. Что? Вот если бы была, вот есть у тебя, можешь так сделать? Да. Что он будет делать? Ну, пытаться убрать руки. А я. Ну, он что? Ну, если же руки держать. Просто так сидеть? Почему просто так сидеть? Надо посмотреть, что он делает, да? Раз отсюда. Постараться отсюда, но ближнего уже не делать. Да, он может, значит, не делать. Но я же не здесь руки держу. Постараться сюда, оп, отсюда можешь, ну что-то можешь получать. Стараться уберут и сюда пропустить. Пусть вот здесь вот руку. Подержи вот побегает. Если что, раз сюда руку, тогда уже старайся выходить. Вот это же мокро. Это уже плохо рука. Она уже прямая, или может быть такое. Где я могу подавать сюда? То подлечь, но и болеть. Ты не раз так делаешь. Значит, ты пока. Не знаю, если вот этот болевой. Да. Нет, это платье просто часто делать по ментальному воде. Наверное. Я не говорю, что он нормально записал. Здесь очень... А что-то болевое можно получить. Вот когда такой болевой делаешь отсюда, если ты сверху сидишь и делаешь, еще ладно. Еще ладно, тоже хер.